Мой номер будет на праздничную тему, называется он «Советы бывалого». Меня зовут... Дядя Нетра! Сейчас. Меня зовут, и я иду. Вот. Я иду давать советы тому, кто попал в затруднительное положение. Вот меня буквально позавчера ребята спрашивают: «Валентин, а нужно ли похмеляться после праздника?» Я отвечаю: «А как же? Вон мы встали после праздника утром пятером, не похмеленные. Глазки у всех как щелки улика, друг друга не видим. По 50 грамм выпили, глаза раскрылись у всех четверых, понимаешь? А у пятого не открывается». Мы ему еще 50 грамм, не открываются, еще 50, не открываются, еще 50. Бутылку на него извели, оказалось, якут. Ну кто его вчера с вечера в подъезде разглядывал, а? Тогда ребята спрашивают: «Валентин, а как быть, если ты возвращаешься за полночь домой, а жена тебя встречает с кухонными принадлежностями?» Я говорю: «Главная уверенность, тут я прихожу домой после зарплаты на 12-й день». Жена открывает дверь и говорит: «Если денег нет, не войдешь». Я говорю: «Отвали, у нас все входящее бесплатно». Тогда ребята спрашивают: «А если она в крик?» Я говорю: «Успокаивайте ее ласковыми словами, как я свою». Говорю: «Успокойся, Люся». «Да успокойся ты, говорю, Люся! Успокойся, Люся!» Она не успокаивается. Оказывается, ее не Люся зовут. Тогда ребята спрашивают: «Валентин, а нужно ли пить импортные напитки?» Я отвечаю: «Пить не обязательно, но попробовать надо». Наши ребята, Витя и Митя, поехали в Японию на соревнования для книги рекордов Гиннесса «Кто дольше проругается нехорошими словами». Ну, Витя выступал, а Митя тренером. И Митя перед выступлением Вити на его глазах разбил 5-литровую бутылку виски. Мы выиграли в первом туре. Второй даже не затевали, потому что все-таки секундометр сломался, понимаешь? Было не остановить оратора, понимаешь? Пошли отмечать японский бар, вот это победа, естественно. Витя смотрит меню, говорит: «Мить, ты когда-нибудь пил теплое японское саке?» А тот говорит: «Сколько градусов?» Говорит: «12». И за 12, говорит, глупо затеваться даже. А японец очень любил русских до этого. Говорит: «Ребята, я сейчас принесу для вас специальное саке, я уже делал вашим людям, 72 градуса, они: «Что ж ты резину тянул, стоял, нервы мотал, а?» Он приносит это саке, ставит японскую посуду, они говорят: «Слышь, брат, ты эту, знаешь, японская маленькая стакан, ты эту тренировочную тару убери, ты не зли до того, как началось, понимаешь?» И на чистом английском ему говорят: «Неси ту пластик стеканс». Он приносит, лей, давай по Марусин поясок, а поскольку Маруся пояс не носит, давай лей полное. Наливает, значит, по полной наши берут, и японец, у него глазки были такие, знаешь, как щелки улика, не посмеленное лицо такое, и тут открылись и говорят: «Если ваша сейчас это выпьет, моя угощает». Наши говорят: «Ну, за твою и по полной, на!» Выпили еще по одной и запели русскую народную песню. Шла гейша по шоссе и сосала суши. Были в Японии, чувствуете? Тогда ребята спрашивают: «Валентин, а можно ли так же ярко отдохнуть в наших местных условиях?» Я говорю: «А то! Вон, Сергей Петрович один на лето оставался, вся семья в деревню уезжала, жена говорит: Сережа, смотри, следи за живым уголком, дети будут переживать, за хомяком, за собакой, за кошкой, за рыбками следи». Он говорит: «Ну, конечно, конечно, Дина, вы только уедете, я сразу следить, знаешь, вот вы. Вы только за порог, я следить сразу за всеми ними». Интересно, что будет, а? Возвращаются через 3 месяца. Картина называется «Приплыли», но это для рыбок. Чувствуется, что они приплыли еще на второй день, аквариум черный, не видно, кто приплыл вообще. Понимаешь, собака, был большой пудель королевский, стал маленький, карликовый. Сосед говорит: «Это что, вашу кошечку из петли 2 раза доставали?» Хомяк, было лицо крупное, щеки на улицу. Приехали, щек нет, человеческим голосом хлеба попросил. Жена говорит: «Сережа, как же так?» Он говорит: «Да, Зина,
Было трудно. Я сам чуть живу. Так что, ребята, хотите жить долго, пейте каждый день, но минеральную воду. Это я вам говорю, Валентин, а я плохого не посоветую.